Друзья, гости канала, всем привет! Приехали мы на коп. Сегодня втроем. Никита, сынок. Дмитрий, племянник. Ну и я. Юля сегодня дома. Будем копать в три прибора. Пришел мне третий прибор. TX850. Я им уже покопал дома там, рядышком. Потренировался. Сегодня будем копать. Настройки, как у всех. И все, в принципе, будут находки, я буду показывать. Телега пока пустая, мы только приехали, время у нас немного. Вчера мы у себя там поискали маленько, потренировались. Все, приехали на новое место. Тут был большой гараж, большой совхоз. Все рядом. Тут поселок рядом, мусорка местная. Там дальше есть котельная, но я до этого как бы приезжал, смотрел, покопок вроде не видно было. Ну, трава большая, сейчас посмотрим. Ну, гараж явно был огромный, скорее всего, что-нибудь да найдем. Приятного просмотра, идем искать. И за гараж, первый сигнал, нашел я ТХ трубу, у Никиты там что-то есть. Дискриминация 40, чувствительность 80. Вот она поближе к верхней светит. Сейчас откопаем, а? Сетка? Прям сетка? Ну да, да. Сетку не копай, сыночку, все, все, не копай. А вот сигнал бы прерывистый. Ну-ка, дай-ка покажу. Прибор убирай. Прибор убирай. На лопату реагирует. Ладно, ищи дальше. Труба вот длинненькая. Тут у Димы еще что-то есть. Ну-ка. Дай попробую, проверю. Маленько осталось. Что-то нашел. Это еще не полно, Димка, мне. Так, ладно, выкапываем, покажу вам находки. Так, трубу я выкопал. Сейчас покажу, Дмитрий копает, вон она лежит в тачке. Ямки закопали. Здесь еще есть сигнал, сейчас проверю. Так, а вот у Дмитрия что-то... Что-то непонятное. Жестянка, что ли? Ну да, жестянка. Странная жестянка. Попробуй ломом сковырнуть. Фискаря у нас два всего, прибора три. Ну это пока. На прибор не наступи. И ложите приборы так, чтобы на них не наступить. О, шевелится. Что такое? Ведро! Да? Ну, кидай в тачку. Металл сейчас у нас 10 рублей за килограмм. Вот такой. То, что получше, стоит 11. Так что сгодится все. Такая большая ямка. Так, кстати, тут тоже у меня сигнал был. Сейчас проверю с тышечкой. Что-то небольшое. Сейчас выкопаю. Так, ладно, закапываю пока. А, ямку тут проверять надо. Да не, бывает, сбивается он. И пальцами аккуратнее, будешь пальцами задевать. Сигнал сильный и не маленький. Сейчас копну. Покопок здесь не видать. Ну, мы только пришли. Уже две находки. У Никиты хороший сигнальчик. Проверили приборами. Труба метра 4. Причем сдвоенная. Две трубы идет. А, глубина штык всего. Вот. Сейчас откопает, покажу вам.
узнает, каково это копать. В аспирадер прорубите полоску туда-сюда. Во. И все, просто попутно может что-нибудь быть. Пойду поищу пока. Копайтесь. Попался сигнальчик интересный. Прошел здесь. Есть маленькие покопки. Но старые-старые. Здесь сигнал мне интересный. Как бы высоко над землей. Находку нашел. Около штыка. Сейчас откопаю. Покажу вам. Так, ребята, почти докопали трубу. Сейчас тоже покажу. Вот еще я нашел, пока ходил. Находок пока немного. Ну что, шевелится хоть? Не шевелится? Вот, с этого края она близко торчит. Она вроде короткая. Прибор аккуратно. Смотрите, куда ходите, трава большая. Дальше идет. У нас порезать-то нечем. До 4 метров можно спокойно вести. До. Даже фиксно, даже 5 можем увезти при желании. Так, я пока сюда брошу. Так, сейчас откопаю находку. Как раз братья наши докопают. Да? Два брата с лопатой. Смотреть ролики — это не копать, да? А, вон она на выходе уже. Ну вот, если бы тут копали глобальную как бы трубу, то по-любому бы нашли. Конец нашли. Ну, сейчас выдерните. Так, ладно, пойду обкопаю находку. Обкопал и дернул его в сигнальчик. А тут вот такие две добрые находочки. Не знаю, с какого трактора, гильзы какие-то. Трактор, походу, был не маленький. Я их сдернул. Опа. Сейчас выбью. И жестянка. Дальше била жестянка. Вот она идет. И туда дальше. Я уже обкапывал там. Думал, тоже жестянка идет. Так, ребята, трубу не стали копать. У нас идет волнами-волнами. Ну да, идет гараж. А в той стороне у нас котельная. Потом еще на котельную сходим. Не факт, что сегодня. Сегодня пока территорию гаража сейчас пройдем. Гараж за гаражом там. Потом уже котельной займемся. Там жесть, Дима. Ну-ка, покажи сигнал. О, там большая жестянка. Ну-ка, сыночка, там дышка видит? Все ее видят. Сейчас идем вот так вот, в ту сторону. Здесь я прошел, один сигнал есть, а там бетона много. А? Да, сейчас загрузим, вычищем тачечку. Такие вот две гильзочки. Так, две достал, вот они. Еще не чистил. Кстати, TX шумнее работает, чем ST944. Там я ничего не заклеивал. Все адекватно. А вот еще сигналчик остался. Сейчас копну. Возможно, гильз будет больше. Но пока две.
Еще один сигнал. Так, у нас жесть. Копать ее не буду. С этой ямы две гильзы и какой-то карданчик. Интересный. Нормально. Такая трубка не тяжелая. Ох, это сразу высыпалось. Ну, пару килограмм весит, может побольше. Это у нас вот с той ямки. Сейчас все закапываю и иду к ребятам. Они там где-то копаются. Находок пока немного. Но и то. Помаленьку уже есть. Так, попробую положить так. Не мешалось. О, так. Ходим с тачкой. Трава, конечно, большая. Копать посложнее, но не менее интересно. Так, все. Закапываю ямы, чищу гильзы, идем дальше. Я чистил гильзы, ребята нашли. Находочку ты нашел? А? СТ-шкой? Да. Вообще нормально. Щельдрок, десяточка. Еще с бонусами наваренный. Вообще нормально. Молодец. Дмитрию лайк. Гильзы я почистил, сейчас ямы закопаю. Вот такая вот находочка. Килограмм по 10 на весь каждая, может побольше. Тяжелый. Ну, не забуду, может взвешиваю. Если взвешиваю, вес появится в левом верхнем углу. Сигнал какой-то опять. Но он глубокий. И не маленький. И выдай, получается, четкий. Такой либо от крупной жестянки, либо от чего-то путнего. Сейчас откопаю, посмотрим. Вязка, глубина 2 штыка, 6,5 метра. А там у нас жестяночка. Так, и такое бывает. Сигнал сильный, хороший. Но сразу было понятно, что глубокий. О, Никита лопату прет. Хабар мы сегодня закопали. Так сказать, взнос. Нормально, коп удастся, значит, все будет отлично. Сегодня на голову ничего не взял, а это да, конечно. Ну, мы до обеда покопаемся и поедем домой. Сейчас пока обзорно пробежим. Будут находки, покажу. А так вот хороший сигнал, глубокий, прям четенько все. И выдай хороший, вот он. О, перегруз. Значит, близко. Ну, вот взял хорошо. Больше 0,5 метра. Объемный не взял. Еще что смутило, стабильные показания. Это значит что-то крупное. И сигнал объемный. Так, все, закапываю яму эту. Зашел в старую котельную. Потолочки высокие. Так, сейчас посмотрим.
Вообще, у нас там интересного есть. Так, ну вот ходы дымоходные от котлов. Котлов, само собой, тут уже 100 лет как нет. Это был большой совхоз при военной части. Как-то так. Фермы здесь вроде как есть две, сейчас покажу. Посмотрим, что здесь вообще в котельной. Ходить аккуратно. Есть подвальчик даже какой-то. Вот помещение. То ли само упало, то ли помогли. Там вон железо есть. Но долбать и ломать это не наш профиль. Вон железо есть. Закладная. Никита, аккуратней. Здесь просто под низом пустота. Да-да-да, ты аккуратней. Тут уже кто-то ломает на кирпич, походу. Кирпич здесь хороший, старый. Там вон бетонная опора большая под трубу, под дымоход под большой была. Сейчас походим вокруг. Чего-нибудь там наесть. Ого, вот эту ямку выкопали. Это же не просто так ее выкопали. Видать, что-то искали. Так, а вон два здания дальних, это фермы. Вот оно, хорошо видать. Сейчас здесь по прилегающей территории вокруг котельной побегаем. Посмотрим. Может, что-нибудь интересное и найдем. Есть бетон, Дима, будет звенеть почти все. Да, это котлы стояли. Котлы растащили. О, смотрите-ка, вот металл-то есть. О, болтики есть. А ТМДшка, можно болтики поискать. Тут бетон. Что-то искать как бы не нет. Так, ладно, пойдем вокруг походим. А? Кого нашел? Жесть. Так, ладно, идем смотреть. Все пойдет. Все пойдет. Даже болтик такой пойдет. Собираем мы все. Вот такая вот котельная. Фу. Так, ладно, пойдем вокруг ходить. В таких помещениях лучше не ходить. Лишний раз. Так, ну все, покидаем мы это место. Сейчас еще по пути заедем. Если будет что-то интересное, покажу. По фермам походили, сигналов нет, мусора много, люди засрали все, все в банках, в мусоре. Ну, как и везде. Находок у нас немного. Ну, как то, что... Вот это не показывали, Дима вот нашел здесь, прямо на дороге. Гильзы вы видели. Карданчик, трубки. Находок немного, но есть. Травы сильно много. Приедем со весной, либо осенью, походим, посмотрим. А так засор сильно большой, люди засрали все. Все, едем в танковую часть. Посмотрим, там что, там еще не был. Ни разу. Тут рядышком тоже. Будет что-то интересное, покажу. Приехали в часть. Вот такие старые домики здесь. Скорее всего, был КП. Забор такой. Интересное, конечно, место. Машинки катаются.
пока ищем, как подъехать. Ну, мы заехали сразу, как я планировал, с другой стороны части. Сейчас не знаю, где походить вообще. Машинка у нас на территории. Мы там с дамбы заехали, с полей. А здесь-то так и не выйдешь, тут поперекрыто. Да, как бы можно объехать, конечно, при желании. Ладно, сейчас побродим, посмотрим. Все за здание. А? Где охраняется? Да? На заборе тоже написано. КПшка, скорее всего, была. Еще косяк не вырвали. Да нам это неинтересно. Да, ящички интересные. Пустой. Не понял, а тут же высокая. Один, второй этаж. Видимо, тут это спрятаться. А, вы давайте под козырьком, ошибку не гоняйте. А? Наверх лестница есть? Ну-ка. Пройдемся, посмотрим. Ну, вниз-то не надо нам. Подвальчик даже, все как надо. Да на бетонный, что я буду. Пройдем хоть посмотрим. О, вид сверху уже поинтересней. Большие боксы были. Здесь, там. Интересное, конечно, место. Когда-то была большая танковая часть. Название не знаю, не скажу даже. Ну, жгли что-то. Так, поле. А тут ферма какая-то, комбайны стоят. Так, ладно, пойдемте побродим. Аккуратно, сыночек, только все аккуратно. Смотрим под ноги, наверх, везде вокруг. Лестница у нас безопасная. Ну вот, Дмитрий, ты уже в военной части. Когда-то она такой была. Так, ну и что? Куда пойдем? Гулять тут шипоник не? А? Везде интересно. Ладно, идем посмотрим. Покопок тут полно. Все попорыто. А, тут вообще все попорыто. Везде. Ну, сейчас и мы походим, посмотрим. По пути, говорится. Кто-то проволочку нашел. Место, конечно, интересное. И там вот тоже огромный бокс еще был. А, и там дома заезжали тоже большой, да? Так, ну ладно, давайте прибор возьмем, пробежимся. Взяли приборы, подперли находки. Все копают, у меня там тоже сигнальчик, сейчас откопаю, покажу. Покопаю на камеру, Дима. Это не швеллер, что-то другое. Катушку сломаешь, убери этот прибор дальше. Убирай дальше его, от себя подальше. О, все руками пойдет. Перекопана, железяки попадаются, лопата, проволока, вот такая вот хорошая толстая железяка попалась, уголочки, вот. Никита нашел арматурку вон, 18, наверное, 70, наверное, и что там еще рвает, у меня там тоже сигнал, сейчас покажу, сейчас штатив возьму, ну вот место будущего копа, штатив я принес, сейчас покажу сигнал. Погодка испортилась,
дождик краями ходит. Ну, вот тут выйдем нормально. Вот. Не глубоко. И что-то не маленькое. И показания более четкие. Так, все, копаем. Только я выкопал лемех, у Никиты сигнал, Готега что-то хорошее нашел. Помог ему выдернуть, копнул. А тут вообще неожиданная находка. Предплужник. Причем в идеале. С креплением даже. И ключик вот такой пойдет в нашу коллекцию ключей. Я не знаю сколько. Но ключик нормальный. Реально. Все, сыночек. Красавчик. Ямку проверь, не забудь. Несешь? Да, говорит. Находки поперли. Хотя все, вот смотрите, поперерыто. И на территории части как бы странные находки, конечно. Вот и баночку копал. Так, ну да ладно. Будет интересно. Буду показывать. Находки потихоньку собираются. Дмитрий нашел канистрочку. Алюминиевую. Отличный. Вот так мелочевка. Где-то железячки. Молоточек где-то еще. Такой вот уголочек попадался. Такая деталька. Держатель лерок, насколько понимаю. Ну, пока на этом пятаке крутимся. Что-то опять нашел? Что-то нашел? Пока не нашел. Сигнал сильный, хороший? Ну да, копаемый. Хорошо. Все копают. И у меня сигнальчик. Сейчас выкопаю. Сейчас покажу вам сигнал. Это такой двуякий, но сильный. Шестьдесят пять, 66. Но не глубоко. До штыка. Сейчас откопаю, покажу. Такой вот пальчик. Больше килограмма весит. Отличная находка. Ищем дальше. Стабильный сигнал. Сейчас покажу. Покопаем. Вот такой вот уголок разогнутый. Пока еще толком прибор не освоил, но находки уже есть. Испортилось, пошел дождик. Все, разведку мы окончили, говорится, боем. Будем собираться в полноценную экспедицию. Покопаем. Металл тут есть, хоть и копано. Места побегать очень много. Так что до встречи на копе. Всем пока. Отличных находок!